Ох, всем привет! Я нажрался, как свинья сраная. Но мне норм. Просто. Ну что ж, давайте запилим еще один Лест Плюй. А, кстати, с вами Арт Плюй. Запишем еще один Лест Плюй. Чтобы вам было чем заняться в выходные. Вам же нечем заняться вообще. Наступают выходные, вы теряете смысл жизни. Вот я вам даю смысл жизни. Жить ради моих видосов. Сейчас посмотрим, на кого сделать нам Нигайд, на кого сделать нам Лесплюй. Сейчас мы заценим обстановку. Я вот не знаю, с одной стороны хочется сделать обзор изменений карты, с другой стороны их так много, что... Это так много времени займет, конечно. Может вам просто прочитать ченджлог на русском языке, который... И сказать, что было, что стало. Ну, посмотрим. Я видел, у америкосы делали обзор изменений. У них видео выходило по 3 часа. 3 часа видео. Я такое не могу видео сделать. Ну ладно, это другая уже история. Давайте посмотрим. Вот пикнули СФ изменилась внешний скин. Модель изменилась полностью. Также добавили аркану. Ой, ну Рубик, ну что ж ты такое чмо? Я хотел вам показать игру за Энигму, думал, но уже смысла нету, потому что у врагов Рубика это, в принципе, антигерой. Он будет воровать Блэкхол. И уже пикая такого массового массовика, да, мы уже дарим скиллы нашим врагам. Тогда кого же вам показать-то? Я же вам показал уже свой хай-скилл. Кстати, у них кэрри. Нету практически. Одна бомжиха. Мы их спокойно можем выиграть. А я знаю даже как. Все, мы их выиграли. Так, всем спасибо за просмотр. Игра выиграна априори. Комментируйте видео, подписывайтесь на канал. Так, я потерял... О, денег хватило, нормально. Так, кто мид-то пойдет? Ты пойдешь чему мид? Дайте мне мид, и я выиграю доту. Чему, а? Придется этому дебилу отдать мид. Ну, мы все с вами знаем, что с эфэшек, да, пряморуких вообще минимум. Минимум. У меня в прошлой игре был стак 6 побед подряд. Это, который я прогнозировал. А так вообще было 8, и слили. Слили мне игру 4 мудака. Вот там я разминался за Энигму. Надо было, наверное, ту игру записывать. Ну, ладно. Да я бы эту записал, если бы они не пикнули этого дебила. Ну, что ж, поделать. В следующий раз... Так, у них еще минер, да? Я помню, когда минера добавили, я такой наивненький. Пикнул Нукса и иду такой, спалил мины. Думаю такой, о, я же мачо. Такой, иду, врубаю карапаси, наступая на мины, взрываюсь, подыхаю. А вы спросите, а в чем смысл? А прикол в том, что в первой доте... Там срабатывала моя схема. То есть ты врубаешь карапаси, наступаешь на мины, и весь дамаг идет в минер, и минер умирает. Но когда добавили минера во вторую доту, они этого не сделали. Но кто знал. Я сейчас играю тоже за моего одного из самых любимых героев. Я за него очень редко играю, но я часто играл на него на CM-ах, когда мы играли со зрителями. А, мой крип. Вот видите, уже чмо забирает. Ты что, идиот? Тамина, да? Дайте угадаю. Это было предсказуемо, да. Но я уже говорил, что минер, он бесполезный герой. Как ни крути, но герой этот бесполезный. Да, он забрал килл. Это было, во-первых, предсказуемо. Я сам знал, что так будет, да. Но зато разминировали. Ну все, понимаете, его потенциал, он практически нулю будет равен ближе к средней стадии игры. Нулю. Нет. Еще не было ни одного минера, который бы изменил мое мнение. Еще раз говорю, минер герой бесполезный. То, что он сделал, кстати, килл в начале, это абсолютный стандарт. Любой минер рано или поздно в начале делает килл. Но потом от него пользы не будет. Тем более, они в замесах уже будут 4 на 5. Ладно, пойдем фармить, посрать. Посрать, я даже не расстроился, потому что я говорю, что это... Бесполезная шляпа. Так, понятно, Лукан ливанул. Он, наверное, испугался.
того, что меня взорвали. Кстати, интересно, что Рубик едет вместе играет. Скорее всего, они по скайпу играют связкой. А, кстати, я играл, да, вчера, по-моему, такую мазную связку увидел. Никогда ее не видел, кстати, за много лет доты. Знаете, какая связка? Фурион плюс Виндрайнер. Что вы думаете? Это, они стояли по-другому, ну как я это сделал бы? Да как бы я, например, на СМОде бы замутил? На одном лайне стоят Фурион и Виндрайнер. Потом, короче, Фурион кидает деревья на кого-нибудь стан. Ну не стан, а в смысле барьер. И Виндрайнер кидает связку. А как раз у Виндрайнера сработает связка с деревьями Фуриона. Вот такие вот дела. Офигенная тема. То есть, грубо говоря, связка будет срабатывать абсолютно стопроцентно. Смотрите, это чмо забирает у меня, вы видите, да? Это чмо забирает у меня фарм. Прикиньте, да? Гнойные твари. Просто гнойная тварь. Поэтому мы нормально не пофармим точно. Не пофармим. Опа, спасибо, братюня. Ну, ему будет сложнее фармить, чем нам, поэтому будем стараться добивать. Опа, давай, братюня. У нас еще более-менее такая приятная анимация атаки. Нормально. Ну, это чмо. Понимаете, что еще можно сказать? Мог бы отдать нам весь фарм, я потом бы нагибал. Почему я пикал Нукса? Нукс это антигерой Дроп Рейнджер. Вот и все. Вся история. Ну давай, говно. Все, пока, параша. Минус один. Все, но он долго не сможет суетиться, к сожалению. Я видел разные игры уже, минеров, абсолютно разные. И ты, говна кусок. И шипулю. Опа! Нормалек, да? Ха! Все просчитал. Ух ты, парашник меня даже этот похилил. Первый раз за игру меня кто-то похилил. Нормально, давай, чувак, просто дамаж, дамаж, агрис, правильно, агрис. Опа. Так, он, по-моему, еще минус ставил. А почему мы не ждем этого ДСПшника? Нужно, наверное, ждать. У него был стак из 8 побед. Окей, ладно, все, больше у него не будет стак из 8 побед. Хотя, напоминаю, когда вы собираете стаки побед, например, сначала 6, вам дают награду. Потом набираете 10 побед подряд, вам дают награду. Именно предсказание. Именно предсказание. Но я уже говорил. Вам не обязательно предсказывать каждую игру. Вы можете какую-то игру предсказать. Победили, в копилку, плюс один добавил. Фу, меня пробило, у меня еда выходит. Ну ладно, другая уже история. Давайте тогда я пойду пофармлю. За Люкантропа, я думаю, он скажет за это спасибо. Главное, чтобы тиммейты тупые не трогали этого героя. Чтобы кто-нибудь один за него играл. Нам сейчас нужно собрать арканы. Нам без арканов будет тяжело. Вау! Иди отсюда, пес! Опа! Опа! Так, тихо, тихо. Чувак, осторожно. Будем сразу играть за двух героев. Ну, мне, конечно, так неудобно будет, чуваки. Реально неудобно. Ладно, стой, жди, когда у тебя КД пройдет. Жалко, конечно, этого Ливера Санного. Ну ладно, что ж делать. Хотя Люкантропа, видите, ему нужно фармить, конечно же. Он все время просрал. Я, в принципе, готов играть 4 на 5. У меня антигерой пикнут. Их не кэрри, он просто не выживет никак. Тем более вертолет это вообще бесполезно. Ну, дебилы! По-любому тут кто-то направил туда. Дауны тупые. О, Люкантроп вернулся, наверное, сейчас обидится. Я паузу ставил. Давай, братюня, давай. Нет, тебе не дали лифт. Посмотри сам, дали. Че ты мне мигаешь, даун? Ты не видишь, я фармлю, идиота кусок. Срать меня на твоих этих дебилов. Давайте я дам покушать. Не, промахнусь.
Ну, конечно, промахнулся. Это дерьмо может спокойно отойти. Просто спокойно. Тем более, когда он видит, что я кидаю стан. Срать на него вообще, дебил. Я накоплю 6 аркана, и все, мы победили просто автоматом. Опа. Давай, давай. Пока мне дали такую возможность, нужно ее использовать. Мне, грубо говоря, подарили фарм. Мне подарили фарм. Давайте. Всегда используйте эту возможность. Как мне хочется мину наступать, а? Что, суицид? Суицидница. Вау. Бедный варок. Не, ничего страшного. То, что сейчас варока убивает, в принципе, ему это нормально. То есть, ничего плохого не будет. Ну, чуть позже он это соберет этих големов. Нормально. Это не фит. Это, в принципе, не фит. Это стоит того... Да пошли вы в жопу, задолбали вы меня уже. А у меня маны-то нету. Нормально. Ну-ка, вот этого говно нету суицида. Нормально, уходим, уходим. Жалко Люкантропа, так жалко, ну. Мы видели, я старался сделать, чтобы он пофармил. Какие-то уроды взяли его, убили. Ну, в любом случае, он пока не ливанул, нормально. У нас появились арканы, я вас поздравляю. Очень хорошее начало. Уже в это время есть арканчики. Тарканчики. Теперь, что мы делаем? Да, собираем лучший итем. Это реально, это самый лучший итем для нукса. Где-то же думать нечего. Особенно на CM-модах и так далее. Великолепный итем. И чем быстрее на CM-модах я игру играл со зрителями, да, они подтвердят, что когда я шел на мид, там потом статы были по 16-4 и так далее. Очень хорошо идти на мид, потому что вы получаете потенциал, самое главное. Потенциал гангу начальному. Так, они могут меня поднять. Неприятно будет. Шестой лео, нормально. Ой, как я люблю играть против дроп рейнджера. Ой! Ой-о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 й
Опа. Чё надо? А, вы же не ждали, пошли нахрен. И чё? Чё он такой-то злой? Реально, он, наверное, разозлился. Спасибо, братюня. На тебе, говна наверни. Так. Окей, ультушка у нас появилась. Ультушка. Ультушка. Не, фарм отличный. Очень хороший фарм. Я поздравляю вас. Несмотря, что стояли инвалиды против нас, все равно фарм отличный. Так, дабл килл от Алина. Нормалек, пойдет. Видел получше, но пойдет. Опа. Просто в этой игре я показываю, как играть за Нукса, и все. Как играть за Нукса. О, живи, живи! Живи, братюня, живи! А хилка нету, да? Дайте мне похилиться, помоги. Помоги, братюня, помоги. Нормально, он мне помогает, я ему помогаю. Ну вот вы видели, да, вот реализация нашей ульты. Зачем тянуть 50 минут, если можно было прямо сейчас взять и убить? Опа. На тебе, братюня. Так, 30 секунд. Все, отлично. И сейчас, когда мы будем с Даганом, да? Это будет такая жопа. Кстати, ушла эта дура, минер. Это самый опасный герой. Я говорю, вот раньше первый скилл, он был целенаправленный. Это была такая халява. То есть вы нажимаете первый скилл и на героя, и он сам в него попадает. Но помню, когда было обновление, сделали... Кстати, последнее обновление, такой же скилл стал у Шейкера, вы прикиньте? Да. Теперь Шейкер не целенаправленный, нет. Он также бьет в местность. Так стало неудобно. Блин, такая халява была. О, вкусняшка. Вкусняшка, ловяшка. Я хочу собрать Даган. Че, можешь помочь бичам? Там такая еда. Такая еда. Но все-таки хочется Даган, Даган.
А, давайте сейчас быстренько пронесем это говно. Сейчас тогда я буду убивать крипов по боля. Давай, чувак, давай. О, а, все. Ну что, пойдемте, наверное, поможем. Пойдемте, поможем, поможем, поможем бомжам. Купим ТП. Это там уже все без меня сделали. Но у нас не хватит на проказ. Да что ж такое? Все крипов пропустил. Ну что ж такое-то, а? Нормально, ладно, не отвлекаемся, фармим. 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 Мы герой, очень сильно зависящий от фарма. То есть, опять же, видите, мы такой герой, у которого есть потенциал очень большой. И чем быстрее вы соберете даган, то есть это для вас спортивный интерес должен быть. Максимально быстро собрать. Тем больше вы убьете врагов. То есть у них будет мало хп к этому времени. Вы просто всех будете забирать с прокаста. И в итоге вы просто поубиваете, они не нафармятся, а вы нафармите и все. Давай, братюня. Я второй скилл не качаю, потому что он мне не очень нравится. Мне удобнее без него. Ой, я думал, ты чужой пришел. Хотел уже убить, думаю, сейчас рампагу замутить. Ну так дефайте, дебилы. Давай. Давай, братюня. Так, 700. Не хватает 500 голды. Мне нужно 500 голды. У нас есть инвиз, нам ссать. 800. Не хватает 400 голды. Мужики, дайте мне 400 голды кто-нибудь. И все. И мы просто с одного прокаста будем забирать самого сильного ихнего кэрри. Как-то так. Это мы и будем делать, кстати, с самого начала. Нам это нужно делать, потому что она фармит. Она два лайна пронесла. А, один лайн. Она одну вышку забрала, бомжиха. О! Я думал, две. 300 голды. Сейчас Тима напишет, типа, что ты это говно нам пишешь? Сейчас обосрусь, так, давай. Бежим, короче. Давай, братюня. Жалко, что у нас нет ускорения. Почему? У Клинкса есть, у нас нету. У Баунти Хантера нету. Сейчас хотел бы... Так бы сейчас хотелось забрать, а? А, ну хотя бы мы можем ударить и сделать стан. Пока. Yes, 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 я нафармил. Я нафармил на дага. Напомню вам, что у нас теперь ТП стоит 100 монет. Теперь все можно ливать. Я сказал сразу с самого начала, что наш потенциал, да, по пику гораздо сильнее, чем врагов. То есть враги уже заранее проиграли. То есть они максимум могут сделать надежду только на дроф рейнджер. Вот она. Которую я могу убить с одного прокаста. 800 хп у нее просто в говно ее вдавить. Я могу соло ее убить. Ну давай, 18, 17, 16. Главное, чтобы никто не делал ТП, пожалуйста, не делайте ТП, не делайте ТП, я сам все сделаю, 16. Ну и, конечно, желательно попасть мне будет станом, попробую. Ну, бывает, промахиваешься, бывает. Я говорю, просто тяжело делать. Детка. Мне сказали, что ты, короче, кэрри. Промахнулся станом, молодец. Я говорил об этом, да? Пока. Я говорил вам про стан. Я говорил. Ну, к сожалению, так оно и получилось. Ну, вы сами видели, да, что она просто отошла. Ну, кто мог подумать, что эта дура возьмет и отойдет в бок. Я отсюда ударил ее, она взяла и обошла. Может быть, сработала интуиция, я не знаю. Но неважно, в любом случае, что мне отмазаться, я убил ее соло, как я обещал. То есть, третий скилл тоже поиспользовал. Второй скилл, видите, он хорошо идет против магов. Мы пока магов не убиваем, смысла нету. Тем более я пикал именно против Дроф Рейнджер в первую очередь. Без нее они в жизни не выиграют. Тем более у нас есть Луканджоп. Ой, Лукантроп. Люкантроп. Перепутал название, извиняюсь. У нас есть Даган. Давай, говно. Попал? О. Ну. На, говно, иди сюда, мразь.
Сюда иди, чмо. О, так у нас уже всех убили, смотрите. Красавцы. А, еще и голем не наш. Понятно, украли ульту. Чувак, нет, чувак, нет, я бегу. Уходи, чувак. Его зажали. Дайте мне его. Так, наша тима, как всегда, срется. Я вообще ненавижу этот момент. Мы будем просто собирать дальше Даган. Здесь много ума не надо. Собираем просто дальше Даган. Собираем, собираем, собираем. Собираем, собираем. Так, нам сейчас нужна еще ульта. Ладно, пойдем в лес. Я думаю, здесь, скорее всего, мины лежат. Я сейчас сдохну. Ну ладно, нормально. Вот очень сильно отвлекает тима. Очень сильно. Вот их не срач. Я читаю его, отвлекаюсь. 155 маны сейчас накопим. Могли убить вертолеты. Блин, вот не хватило дамаги. И ульты не было, по-моему, да? Я не помню, была? По-моему, не было ульты. Я, по-моему, только... А, не было ульты, не было. Да, не было, она потом появилась. Так, что я делаю? Все, все, хватит, хватит баловаться. Давай, чувак, я тебе отдаю. Все для тебя, всю жизнь. Нашему кэрри это важнее. Я говорил всегда, когда вы играете игру в доту, да, всегда анализируйте. Например, если у вас есть в тиме кэрри, то надо о нем заботиться и думать о том, что однажды он станет очень сильным. Конечно, бывают исключения, когда у вас абсолютно нулевые. Инвалиды всякие разные, такое бывает. Нукс, тараканчик, все, бежим. А вообще, в первой доте у него, кстати, я вспомнил, другой скилл был. У него были маленькие таракашки, я вспомнил. А, можно было, короче, ими управлять, и они закапались в землю. И, короче, они были невидимые, но они видели область. Вспомнил, реально. И, короче, если ты мог взрывать их, когда ты их взрывал, да? Когда взрывал их, они, короче, сало накладывали и дамаг. Я тебя убью с прокаста. Я тебя убью с прокаста. О, ульта, кстати, хорошая, молодец. Хороша ульта. Ну, я говорил, это наша еда. Сколько там, 800 хп было? Пойдем, братцы, пойдем. О, меня еще похилили. Кстати, Варвок молодец, сначала он забирал всю мою еду. На, мразь, тебе в рожу. Вот, второй скилл действия. Ну, фарм, 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 давай, давай, давай. Ну, что вы ждете, дауны, давайте. В чем проблема? Ну, ну, сгруппируйтесь, чё вы тупите, дебилы? Я не могу танковать, дауны. Они стоят. А, это самая лучшая тима, я скажу вам так. Это самая лучшая тима. Здесь, кстати, мины могут быть. Ай, на свой страх и риск. Пока, говно. Пиши письма. Ты звони мне по телефону, пиши письма. Вот такая вот у меня наглость. Вот такая вот. Ой. Я понял, он, скорее всего, ливанул, да, наверное? А, кстати, они нас не ждали, точно. Какие ожидания? Пошли вы нахрен. Давай, давай, давай. Нате вам маны. Ах ты, тваря. Ах ты, мымра, подзалу. Ладно, я пошутил. Так, у нее аватар, скорее всего, уже. А мы пока вызовем куропатку. Да, куропатка бежит. Куропатка. Увеличиваем даган, я не знаю. Кто-то заморачивается, сначала собирает даган первого левела, а потом покупает другие арты. Я не знаю, никогда мне это не надо было. Ни на CM-модах, нигде. Я просто постоянно апал даган, он всегда был актуален. Всегда. Ха-ха-ха-ха! Нулевой, нулевой минер. Нулевой минерчик. Ой, нет, 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 стоп, стоп, это уже опасно, вот это опасно. Братюня, я тебе не помощник. Так, ну все, пока, братюня, пока. Ля-ля-ля-ля-ля, все. В доли секунды мы убиваем ихнего самого сильного в истории человечества кэрри. Ихнего Кэрри.
Вот он корм. Давай, давай, братюня, я бегу. Как же я долго бегу, как я долго бегу. Моя жопа. Моя жопа. Ой-ой-ой, я пошел. Так это не на меня, да? Маны нету, пацаны, нету маны. Нету маны, поцыки, нету. Во. Ну что ж такое-то? Тварь, а. Тяжело попасть, конечно, ультой тяжело попасть. Так, сейчас он кинет свое говно. У меня маны нету, ну где ману-то взять? Нет, чуваки, это не дело. Короче, ладно, я пошел на базу. Я пошел на... О! Это другое уже дело, смотрите. Это другое дело совсем. Ты сейчас, скорее всего, ливанул, но это было очевидно. Я говорю, это герой абсолютно бесполезный. Он сейчас забрал минус двоих, да, ну и что? Все замесы будут проиграны, потому что Тэчис, он не участвует в замесах вообще. На тебе по роже, тварь. Я пошел отсюда, я пошел. Пока. Пока. Ладно, хватит. Не будем подставляться. И покупаем опять Даган. 3, 5, 6, 7, 8, 9. Все. И у нас уже будет Даган 4 левого. Я очень давно не играл за Нукса. И опять же, сейчас начал играть. Такой кайф словил. Типа варды стоят. Это может быть даже не варды. Это может потому что, да, он руну заюзал. Руна инвиза появляется не сразу. Я уже не помню, я вам показывал обновление карты? Нет, ладно, неважно. По-моему, я показывал в прошлом это видео. Как раз прошлую игру играл за этого. За Марфа, по-моему. Там я все показывал. То, что добавили новые проходы. Вот здесь его добавили. Вот здесь, вот, вот здесь, вот здесь. Кому ген? Мне, мне, мне. Давай, братюня. Все. Кому ген, гем как не мне. Сам подумай головой своей. А я сейчас пойду и найду... А, ну далеко, далеко, тварь. Далекошники, а. Значит, найду ихнего самого сильного кэрри. То есть это тоже, тоже такая тактика в игре, понимаете? Контрить самого сильного кэрри врага. Я не могу ничего сделать. Здесь еще был. Так, люкантропа убили. Они, кстати, не сломали вард, молодцы. Что ж мне сейчас попробовать сделать? Попробую сделать это вот так. Интуиция мне кое-что подсказывает. На, мразь. Две ульты в эту дуру. Ну пойдем, пойдем, это говно. Чего вы фигней страдаете? Просто идем мид да сносим. Двоих героев нету. Кэрри их, у них нету, вообще ничего нету. Ну, я, ну, вертолеты есть, но он обоссанец. Он кинет свою ракету и все, и заплачет. Вард поставили все-таки, а? Вот она, ваша любимая новая модель. СФ. Некоторые ныли и ноют насчет обновлений. Я скажу так просто. Обновления все хорошие. Все отличные обновления. Ноют, потому что они всегда ноют. Они всегда недовольны чем-то. Да господи, ну тяжело попасть в это говно. Ах, у меня ульты нету, так осторожно. Отстань от меня, отстань говно от меня. Ладно. У них сейчас есть, скорее всего, пыль. Так, у кого-то будет пыль. Есть, есть вард. Так, а кого он стрельнул? Да что ж такое? А, все ясно, ясно. Нет, нет, нет! Живи, детка, живи! Живи, у него суперскорость, у меня нет такой скорости. Тварь, а! Кого убить, да, он? А, он, наверное, ему говорит. Печаль. Да, был гем, нет гема. Так, мы этой конченой свинье мы кидаем, вот, потому что она нулевая. Говорит, убей его, кого его, дура тупая. Она говорит, убей его, все равно ты умираешь. Нет, я чувствую логику ДЦПшницы. У меня был шанс выжить, начнем с этого, мансуя по лесам.
Так. Пыль. Покупать ли пыль против этой дуры? Да я думаю, не стоит. Она, наверное, не все равно не успеет зайти в инвиз. О, красотка, красотка. Пока. Пиши письма. Я хочу, чтобы она на меня поагрилась. Почему она не агрится? Какая-то такая, не знаю, может, она не мут? Я думаю, что будет ныть, вонять. В любом случае, мы сделали самую полезную из всех наших союзников роль. Мы в говно превратили наш, это, кэрри врага. То есть, у них шансы на победу просто нулевые. Нулевые. Они, кстати, гем имеют. Да, у них гем. Я и забыл что-то про гем. Так я думал, это мы покупали гем против минера, а это, скорее всего, они купили гем. Ха-ха-ха. Но почему-то он им не помог. Давайте убьем еще одну пачку крипов. Вот так вот и вот так вот. И все. Здесь могут быть мины. А это чему ливануло? Все равно какая разница. Дайте мне последний. Последний левел. Опа. Опа. Еще разок. Давай, детка. Давай. Опа. В принципе, можно собрать что-нибудь дополнительное. Мы собрали самый основной арк, которым будем убивать. А, значит, что сделаем? Давайте тогда собирать это шотган. Почему бы и нет? Вот Инзернал Блейд. Тем более у нас будет Шоскептер, и мы сможем защищаться от дамагеров. Типа это дура и типа вертолет, который меня сейчас убивал. Хотя меня убил не вертолет совсем, заметьте. Я иду искать свою жертву. Но там, скорее всего, будут мины, и я взорвусь, как кусок говна. Я опозорюсь на весь YouTube перед миллионами людей. А-а-а. Понятно, пока говно. Теперь понятно, у кого гем. Пожалуйста, не надо. А, у меня, блин, нету шипов. Я думал, у меня шипы. А-а-а. Тварь, прикиньте, вот этой твари этот. Хотя, что Рубик так сделает? Что Рубик сделает под моей ультой? Ничего, абсолютно. Ничего. Так, мне казалось, он ультанул. Нормально. И чё? И чё? И чё, он шипы украл, да? Станчик украл. Но это уже получше будет. А мы сейчас сделаем вот так. Давай, детка, давай без палева, пожалуйста. Ну, приди. Куда я пошел? Вот он. Давай, пожалуйста, появись. Появись. Нет, ушла. Ладно, пойдем в лес. Пойдем в лес. Вы слепые ДЦПшники, вы не видите, что вас убивают? Пойдем, пойдем. О, все, попка. Так, давай, давай, братюня. Вот она, тварь. О, БКБ купила. Ой, как все плохо пошло. Так, стой. Тварь, а? Ну иди сюда, чмо. Иди сюда, параша. Параша, ты куда? О, давай, ну. Все, понятно. Чмо. Ну я свое дело сделал, 9-3. Кстати, хорошее управление. Ладно, еще раз. Хороший микроконтроль. Вызвал голема и не управляет големом. Но в любом случае убили. Я убил Кэрри. Кстати, Рубик вообще конченый. Вообще бесит. Забейте просто. Такая тварь. Ну мы его обоссым. Это чему нам не соперник вообще? Забейте. Ни единого шанса. Я говорю еще раз, у них победит, шансы равняются нулю. Нулю. 3-7. Нормально. Надо, кстати, уже выцеплять этого ублюдка. Вертолета надо начинать, потому что мы только эту дуру убиваем. Нет, лучше всего убить Рубика и забрать гем. Самый лучший расклад. Потом, кстати, купить Шоскептер. Нас, видите, нас убивают. Нас убивают! Давай быстрее, рождайся, иначе можешь заняться. Давай, купим еще ТП. Я иду к тебе, тварь, я иду. Давай, будь одна, пожалуйста. Я не смогу его, наверное, убить. Он, тем более, он еще так дергается, чмо.
А, кстати, смогу, смотрите. Нормально, пойдет. Пока, Кэрри. Я ваших Кэрри крутил, вертел. Алло, давай зависай. О, давай, вылетай. А этот инвалид, смотрите, он бегает с моим этим гемом. Видите, да? Я не понимаю, зачем ему гем? А не вертолет, у которого там было, сколько, 8-2. Никого знает. Кстати, здесь может быть этот Дроф Рейнджер. Это было бы плохо, кстати. Ой, как плохо. Зря сюда вылез. Зря. Она может быть здесь. А пойдемте мы ее поймаем. Я скажу ей привет, бейба. По-любому я знаю, где она. Я уже вижу ее на карте практически. Пошла нахрен, обойдешься. Самое главное, мины. Давай, будь здесь, чмо. Была здесь, но пока она не здесь. Ну-ка, если мы перехватим. План перехват. Нет. Печаль. Эта дура еще где-то здесь бегает. Вот она. Они меня видят. Ну что ж за уроды, а? Таким темпом у нас уже ульта все просралось. Надо убить в первую очередь Рубика, у которого гем. Давайте все ульты в Рубика и все, проблем не будет. Видите, какой микроконтроль у наших союзников. Иллюзиями не управляют, големами не управляют. Да правильно, нахрен надо. Это же тяжело. Так. Назад, дебил, куда ты вылез? Давайте тогда вызовем курицу пока. Пускай она несет яйца. Мне бы перехватить бы эту дуру. Так, Рубик у нас голубой, да, цветом. Рубик у нас голубым цветом. Давай. У нас есть цель, и мы должны ее выполнять. Так, шаман. Здесь бегает шаман. Ой, Рубик. Рубик, тварь. Куда они, интересно, идут? Смотрите, они куда-то сюда идут. Вы дебилы слепые, что ли, совсем? Во, план перехват, давай, детка, бежим, это говно заберем сейчас. Да что же за дура, а? Сдохни. Чмо. Спасибо тебе за гем, спасибо, братюня, пиши письма. Ха-ха! Ладно, пойдет. Изи-бризи все дела. Никто даже не сомневался. Никто. Просто парниши не продумали пик. Так, сколько у нас получается? 150? Нет, мало маны, мало. Варок молодец. Вначале он стилил фарм, было неприятно, но потом все сделал как надо. Ой, ни о чем мне не хватает, а. 135. Ну, может, на дага на босса не хватит. Или можно... О! Ага. Или можно сделать по старинке, вот таким вот образом. Купить баночку и похилиться. Похилиться. Помогите мне. Пока. Меня сейчас убьют. Help me. Ладно, все. Да я уже, конечно, уже просто поддавался, расслабился. Можно было спокойно уйти, мне было ТП. Засрать уже, честно. Ну все, вот такая вот у нас игра. Всю игру мы контрили, да. Дроф Рейнджер, то есть ее лично я убил минимум, наверное, раз 5. У нас лучшая стата из 10 человек. Как всегда.
Все уже поливали. Вообще нет смысла сидеть что-то ждать у моря погоды. Я уже пойду убивать. Пойдемте реально убивать. Чем мы тянем резину? Он же замедляет. А, нет, не замедляет, смотрите. Нормально. Ох, блин, дайте мне ТП, моя сладкая, как же я тебя обожаю. Ну, иди сюда, ну иди сюда, мразь. Она уйдет в инвиз. А, у нее инвиза-то нет, подождите. Ну понятно, она сейчас ТПшница. Мачмо. Да, да я бы не успел бы никак. Ну в любом случае, давай, до свидания. Обоссалась. Но она увидела, да, увидела, что я телепортировался. Но по-другому никак было, по-другому никак. Я не мог просто без палева делать телепортацию. Вы видели, я в кусты тем более телепортировался. Пойдем. Пошлите реально закончим, чем мы все этой фигней страдаем? Гоу. Срать на крипов. Пошли. Уже 36. Уже целых 36. Вон, у нас банка осталась. Ха-ха. У нас есть банка, которая нахрен не усралась. У нас есть банка. Засунь себе ее в ас. 1, 2, 3. Кстати, здесь могли это мины понаставить, бочки. О, у меня... А, нет. Я думал, у меня ульта врублена. Гем. Пока, Кэрри, пока, 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 пока. Вот так вот. Вот такими темпами и, понимаете, побеждает игру. Это мой гем, пошли в жопу все. Быстро, пошли в жопу. Вот так вот, видите, я специально сделал, чтобы его отпугнуть. О, мы зато можем полечить своих союзников. Смотрите, какой я заботливый. Мать Тереза, просто мать Тереза. Кстати, эта дура больше всех ворчала. Надо было на нее репорт кинуть. Но у меня нет репорта, ну ладно, так уж и быть. Придется ее простить. Давай драться, говно. Только один на один. Не нужно мне восьмером меня бить. Так, сделаем вид, типа я АФК. Выстрел. А прикиньте, если сейчас был бы шотган. О, это было бы больно. Это было бы больно. Карусель, карусель. Кто успел, тот и съел. Кто не успел, тот навернул. Габ. А, так, все, давайте заканчиваем игру, короче. И жмем паузу. Обязательно жмем паузу. 4 хп. Я уже наловчился. Ну все, вот такая вот у нас игрушка. Довольно легкая была игра. Если вы посмотрите мои прошлые летсплеи, вот там была жопа, да. Я там потел просто так. За Акса и за других героев, за это, за Легион Командера. А здесь я получил полное удовольствие, сыграл налегке. Увидев пив врагов, я еще раз повторяю, запомните, что самый лучший антигерой Дров Рейнджер это Нукс, который из инвиза будет делать прокаст и всегда ее убивать. Всем спасибо за просмотр, комментируйте видео, подписывайтесь на канал, всем пока.